что этого все равно мало. Это лишь капля в море. Капля в море – это крузак на сотку заливает. Им юмор учиться и жить помогает. От качества еды в столовой до работы космонавтов. Стэмовцам интересно все, что волнует студентов. Напомни нам про Пашу Флорена. Всероссийский фестиваль стэмов проходит в Самаре второй раз. Смешили зрители команды три дня. Лучшие номера представили на гала-концерте. Многие из этих ребят – будущие строители ракет и самолетов. Но тяга к творчеству не дает ограничиваться только учебой. Не хватает творчества, где-то его черпать. Зарабатывать этим сомнительно пока. Хочется быть инженером, ну, импортозамещение, все дела. А творчество на добровольной основе, оно прям помогает жить. Можно картишки перекинуться? На раздевание? В твоем случае, Джессика, лучше на диване! Оценить современный юмор пришел и глава города Олег Фурсов. Он, как выпускник авиационного института, хорошо знает – юмор инженерам не чужд. Я вот когда готовился к сегодняшней встрече, прочитал такие справочки о стэмах, и один стэм пишет, что за время своего существования мы подготовили 27 кандидатов наук, 4 солдата срочной службы, 4 гражданина США и Израиля. Но хочу вам сказать, что вот мой родной факультет подготовил одного мэра. Это тоже неплохо. В программе фестиваля 9 номинаций. Лучший актер, лучшая актриса, лучший музыкальный номер. В этом году удача оказалась на стороне команды из Казани. На втором месте самарский стэм «Русь». Лариса Шлафаст, Максим Гусев, «События».